Ебать, как давно я разговариваю без микрофона? Так, минутку, наверное. Что за Я уже важное сам дело? отмечался. Закладки оставляешь там, да? Ебать, ты что, спалил? Всю контору раскрыл. О, тут Гринки в соло похилит. Да, Гринки? Да не, лучше не рисковать, на трэше еще сдохнем. Я снова первый. Что за фигня? У меня урон не показывается, и полоска каста не показывается. Так, ну что, пошлите сразу обломов, да? Ага, зелененький хороший. На ствол. Эх. Даже у меня шмот нормальный будет на совет. Ничего не понял. Сделал изучение малого символа, он такой типа и ничего не изучил. Ну, может, ты все Потому что изучил? ты не уч. Вообще, что ты? Где ты меня наипали, по-моему? Там Настя пишет, что она сейчас зайдет уже. О, отлично. Что мы будем делать? Кого меня? Он вместо меня пойдет вот. Типа мы тут без пристабафа должны страдать. А я буду заходить вас бафать. Что-то где там вас? Не, серьезно, я бы с радостью отдохнул, потому что у меня что-то этот шея болит, блин. Вчера сижу, короче, за компом, и в какой-то момент у меня просто, ну, типа вот микро потери сознания. Я такой, оп, стоять, что такое? Шея затекает. Стульчика нету, сижу на диване, и прям вообще, ну, все напряжение идет на... Да-да-да, этот шейный хондроз. Саня, это старость. Но это старый, знаешь, у меня уже с лет 18, наверное. Причем вот на работе стульчик офигенный нашел, да? Такой, типа этот...
рабочее кресло, вот это же есть качалки такие. Прям по кайфу. Я просто лежу целый день на этом кресле. И вообще на все плевать. А вот домой прихожу, и спинки нету. Все, сразу там полчаса буквально начинает болеть. Да, я, блин, вот жду зарплату, зарплату получу, этот куплю, либо кресло куплю, либо этот, либо стульчик такой, этот, ну, нормальный, с ножками. Смотрим. На самом деле, хочу этот стульчик обычный, только, ну, не прямо обычный, а такой какой-нибудь мягкий стульчик, он на четырех ножках. Да, да, да. У меня такая фигня, вот я говорю, я буквально вот где-то полчаса назад этот, голова перестала болеть, до этого голова болела. Вообще жуткая тема, блин. И знаю то, что смысла нет пить это обезболивающее, потому что оно все равно пройдет. Ну, если зарядочку сделать там, поразминать шею, все остальное. Всем поднасрал, блядь. И вихрь захуярил, и корни захуярил, блядь. И притяжки пацаны, блядь, нажимают. И меня не получается. Злостная, бедная сова. Там все. Погоди, подожди его здесь, пускай ману принесу. О, ну вон сразу Настю, это самое. Че, вместо Ёши? Давайте вместо меня, черт. Если там кто-нибудь выйдет на этот, напишите мне, ну или скажите, ну да, напишите в этом, в Дискорде, я зайду. Тонакс, может, чё, чё, выйти хочет или чё? Гнидыч, поставь шкаф. Анксуламун, ты что, не хочешь, Сань? У нас просто 10 в инсте уже есть там. Надо выходить с инста кому-то, чтобы ее присумнить. Ты что, охуел? Это моя тема. Придумай что-нибудь новое, блядь. Тоже мне. Тимур, а тебе надо что-нибудь с Накса? Короче, пусть Анксуламун бьет. Как заебется, я его подменю. Ну давай, ты иди тогда с инста, чтобы мы присмотреть могли. Все, я улетел.
Я ну давайте потом свапнемся просто на какого-нибудь босса, да и все. Кому что надо, с какого босса. В Дискорде просто напишите. Я этот зайду. Пока что полежу. Ну окей, давайте. Или вот я в канал перейду просто ниже. И все. Так оставайся тут, какая разница. Да не, я в канал ниже перейду, просто скажите. Че, ханта будем ждать или побьем так? Настя, ты что там? Пошли. В принципе, тут один хил за хил. Я тут. Чё бафаю я? А, чё-нибудь. МП5 бафай. Ага, сейчас. Так, нет мозгов, кашля. Все, окей, все, и пупу. Кушает он. Не, я запил он. Все, нет мозга, сколько тебе лет? Не как моему папе. Может быть? Не, например, папа твой постарше, мне 39. А, ну да, моему папе 50. Ну, если бы мне было 50, то мои... я бы уже был дедушкой. Дай бог. Поздно меня родили. Так, а вы где? Господчик. А вы чё, око закрыли, да? Фига, вы полтора часа где были? Босс. Чё? 8 были полтора часа. Плюс 3 делали, что ли? Просто. Плюс 4. А там у Аноки статик же, да? А к нему нельзя шаманом записаться? Он к Владу уйдет. Аноки тоже? Не понимаю, что такое? Что упало-то с боссов? Что, не полезное? Колечко до ханта. Нормально. Кольцо волнолова. Сейчас посмотрим. Я так плохо слышу. Берсерк, 3 минуты, давайте быстрее бить. Я вам тут помогаю, смотрите, 9-е место. И 10-е, хоть не последнее. Понимаешь, Настя, там люди играют с 21 по МСК. 21 по МСК, это у меня час ночи. С 19 по МСК, это еще куда не шло. Собирать и рейд 25. А вот с 21 собирать и рейлить, блядь. Учитывая, что Влад с его ребятами, его шамика мы ждали, блядь, 2-3 недели подряд. Я ставил на 20.00. Они приходили в 21.30, блядь. И потом он мне говорит, что, ну, я ебал в рот ждать так РТ, блядь, сбор полтора часа. Так а кого мы ждали там, блядь? Его шамана единственного.
Вот. И они пойдут туда. С ними играть. Потому что они где-то там далеко в Европе живут. Им 21.00 по серверу. Им удобно. Вот. Я вообще вступил в дальневосточную гильдию, там 13.00 это РТ. Ну, мне удобно. Я могу в 13, я в любое время могу собирать. И в 21 я могу, но собирать и релить в 21. Это очень жестко. В час ночи надо есть там. Вот возьми в час ночи ДПР в 25. Учитывая, что тебе надо и релить, и вот эту хуету выслушать там и по ДП, вот это все хорошо. На вот этих ребята ноги и в отличие от всех остальных, у меня вообще никаких претензий. Потому что они здесь новички. Они мне сказали, мы первый раз на Лич Кинге, ну, первый раз, типа, мы играли в Warcraft где-то на классике. Ну, я говорю, это сам. Ну, я их взял, видать, когда еще Шумский Влад был в то время. Вот, а они ушли все и все тут. А тут вопрос уже стоит, один рейд мне надо собрать. Я его никак не могу собрать. Вот Сталлоне. А что ты там говорил, что кого ты там набираешь? Вот, вот он, АФК, Хант, Сталлоне. Как раздуплиться, надо будет поговорить. Народ, можно вот маленький орг-момент? Вот опять кто-то нажимает пылить. Давайте не будем так делать. Смотрите, сделаем так. Тот, кто хочет распылить, тоже нажимает пас. На распыл будет брать Роланда и нажимать кнопочку Grid. В случае того, что если кому-то нужна она на успех, она ее отдаст. Если нет, в конце рейда она все попылит и раздаст всем в равных долях. Поэтому, пожалуйста, все энчантеры нажимайте пас на шмотки, которые вам не нужны. А там, по-моему, если чантер есть, то все равно все могут нажать. Кнопка типа светится все равно. Поэтому... Вот поэтому ее не нажимайте. Никто ее не нажимает. Да, Раванда Чантер. Все в равных долях получат по приставу. Ну, по два, сколько там получится. Я могу вообще распылить все ГБ, в ГП скинуть. Ну, мы, в принципе, с 25-ок так и делали. У нас вон ГБ, что есть, там Настя закидывал. Я ей скидывал на распыл. Потом нам же чариться с этого. Ну, типа... Не, здесь пусть кто хочет как берет. Ну, Я просто кого-то одного. В тот момент был Шумгам. Ну, я ближайшего, скажем так, к телу определил. Че, разорвем? Какая? У него ХП даже больше, чем у Аркавона. Кстати, что можете пулять? На пулы там сдавайте. Побегал ретриком в десятку, я там, блин, на первых строчках по ДПСу был. Хотя пула у меня крафтовая. Там 50 меткости, что-то. 200. Это же ретрик, блядь, что-то хотел. Прикольно было, мне понравилось. Войт. Чё дальше? Чё? Ты нас задел. Thank you.
Фига, гринки, конечно, умные. Слава, метка. Слава спит. Который час у тебя, Слава? Наверняка убить. Так что на вон. Что-то я до тебя не достала. Он бьет в нас или что, не понял? О, буешка упала. О, буешка. А, штанишки на меня, на Ретрика. Мне это нужно. Рисните. А, да, бегу, я забыла. Слушайте, а гномский армейский нож какой-нибудь получалось вообще им резать здесь? Да. Получалось, да, каждый раз на маге. Просто ни одного раза не получалось. Ты, Гарис, а чего ты отказываешься от брасов? Это ж боешка. Боешки можно нанидать. Базука. Если кому-то нужны, ну, брасы, то я дам. Тут вообще без вопросов. Не, я 213 взял, шумон. Реально нужно. Да, я по привычке отказываюсь от боешки. Вперед, РЛ и вытащаю. Честно не делаю. Это, Тагариус, я прошлое взяла, распылила, короче, в кабаке. Умирает. Так, ну здесь я буду кайтить, ну, Вов, вы бьете босса, изи-пизи. Никогда здесь не падало, как здесь можно? Карточку перебафайте, пожалуйста. Это Октагариус вопрос. Три раза череп словил, все бурсты проебал. Ой, сейчас бурст-то такой. Не 15 же тысяч. Хоть 7 тысяч, все равно охуенно. Так, ставьте шкаф, там наш гринки упал. Ага. Наш гринки. Гринки, будь нашим, не ливай никуда. Я уже насмотрелся на ливера. Там. Так внушает, знаешь, это. Ой, сейчас. Да, лапа. А чё, тактика галактика, чё делаем? Я вожу. Базука вроде. Я, да, я пока ещё. А, всё окей. Первый раз буду дамажить на этом боссе. Мы, кстати, важный вопрос не решили. Ретаунтит Стагариуса кто? Вас? 26 тысяч. Вас шаришь? На какой-то... Он не первый раз. Я не помню, был в прошлый раз ретаунтит. Вас. А, ну смотрите сами, не проебитесь только. Смотри, вас. На Тагариуса нажимай, запомни цель. На нем смотри дебаф. На 7 секунде, когда остается 7 секунда на дебафе Тагариуса, нажимаешь таунт, а когда он смотрит на нем 4 секунда тикает, он нажимает с тебя таунт. Там 3 секунды буквально надо. Потому что на пятой секунде всегда обновляется дебаф. С пятой на четвертую где-то в этот момент. То есть, когда четвертая уже появилась, все, значит, он на тебе наложил стак, и Тагариус его может забрать. Вот и все. Это кто? ДСШП с ним хант, но я не знаю, останется, нет. Сейчас. А, я у него спрашиваю. Тарас. Тарас Бульба. Тарас. Можете пулять. Я тут быстро.
Так, базука, ты еще кричи. Я буду хилить танк. Ты Гариус на МП5 джагу кидай, забодал. Все молчат? Да. Да. Наслаждаемся. Задротское молчание. Хорошо. Сосредоточено. Задротское, блядь. Так-так. Так-так-так. Надо же такой ник Сталлоне. Интересный Сталлоне. Чё за... А он один пришел или их несколько? Ну, он говорит 12 человек. Ой, я очень надеюсь на этого Сталлоне. А как он... я, блядь, надеюсь? Не, ну просто вообще не весело пугов одевать, допустим. На X2 был Чак Норрис, правда не помню кто. Охотник. Не-не-не. Чё, какой, право, какой первая группа направо, вторая налево. Это ах, здесь, нас разъедет. Это какой ману жрёт? Лево жрет ману, кажется. А, ну то все правильно, да. Кастер направо, миники налево. То бишь первая пати направо. А танка нет у нас. А, нет, вот. У нас есть слава. Универсал. Ну чё? Давайте там... плюс с левой ноги, минус с правой. Лево плюс. Вот сейчас правый. Мы смотрим на босса. Вот слева это минус, это плюс, справа минус. Так с ноги или слева или справа? Ну вот ты сейчас на него смотришь. Вот сейчас все посмотрите на босса. Слева от него это будет плюсик, по правую сторону это будет минус. Ох уж эта тактика. Го-го. А, стой. А, фу, пугаешь. Сейчас поехали.
Вы просто запомните, слева плюс, справа минус. Чё по ДПСу? Проценты. А то нас бьет. По тени синий. Блять, нихуя. Войт! Ну, стопните на той стороне, сейчас я его приведу. Войт, я не вижу тебя. Так я тоже не вижу, я, блядь, в луже. Падайте на центр. Я бабле за... А, ладно. Окей. Я, короче, а через... Через вот эту платформу в это, в зеленую лужу упал. Ну, когда перекидывал. Сука. Никто тело не покидает. О, Ёша пора звать. Ёш, ты тут? Ладно, вставай. Подстава. А что случилось вообще? Да, этот. Короче, на платформе, когда перекидывает, стоит, я под нее попал и в зеленую воду упал. И тут еще хп уменьшается. Не допрыгал до мостика, блядь. Я ж просыпайся. Ёж, прием. Ёж, ёж. Хондроз вылечился. Прием, прием, прием. Алё, алё, да-да. Это самое. Ну всё, Анксунамун сдался. Иди шипешить. Чё, идёшь? Окей, да, сейчас. Всё, я Ёшу позвал. Я тут в воде лежу, видно? Вот в зелени. Чё, могу выходить? Да, я Ёшу позвал. Как было нор? Куда нет? Пока там сегодня второе окно. А что со мной такое? Что это? Снижение всех характеристик 90% 500. И что это? Не вылечить что ли? Что за фигня? Сдохну. Ладно, не хильте, только сейчас я сдохну. Это заскриншотить надо, да? Ну-ка, а чё это босс? Чё там базарит, вон, видишь? Какая-то хуйня вообще происходит. Кстати, боссов нет, так надо? Ну, наверное, нет. Вообще ни одного босса они нет. Они спутались и исчезли. Вот сейчас они должны появиться. Вот там, видишь, кто-то лежит сдохший. Подожди, у меня там 9 секунд, 8-7. Вот кто сдохший на платформе, его точно никак не резнут. Вот вас или кто там лежит на левой. Вот, мы сейчас тебя присмотрим. А то босс будет пуляться миллион раз. Сегодня. Меня показывает, что вас вообще не там. Ну понятно, потому что он покинул тело, и сейчас мы его присмотрим. Ну, типа, кто под боссом лежит, никогда не лежите. Всегда вставайте. Лёша закинул, там может кто-то другой пать, смотрите сами. Сейчас мне надо быстро докупить стрел. У меня есть, но мало. Как же я тебя понимаю? Да это вообще разорение просто на этих стрелах. Они еще и дорогие, пипец. Вчера было 92 голды. Вон там Ёж тебя просят делать. Стой. Я могу дать фласку. Качал, но там все равно ресурсы нужны как-то.
Короче, я не знаю, суманули вы их нет. Так. А я по тута. То по тута. Так, я бафла. Кто не успел, тот без бафа остался. Засумуньте меня, пожалуйста. Все, нет мозга. Без кулака будешь шапнутого. Рыбку кушайте. Поди. Пришел к тебе сумон? Да, да. Ешь, ты на левую сторону идешь. На... Я на левую сторону иду. Тут возможно такое, что настолько довайпаться, что боссы просто уходят. Ёж, бафни, пожалуйста. Сейчас я переоденусь, поем. Вот тут прям все такое. Сейчас все сделаем. Фига у тебя очки. Монокль аристократа. Косарь репы осталось прокачать, чтобы купить чарку на голову на силу атаки. Ретрику отправлю. Кстати, ребята, у вас же твинки у всех есть. У Базуки ДК, у Бролана да. Я еще не докачала. Вот, у нас Тершам. У Гринки, допустим, Ишкавар тут. Ваза Вар вроде есть. У Дагариуса Вар, у Йоша Лок. У Нет Мозга ДЦ. Это уже вторая десятка. Представьте. Ну, двадцатку мы не всунемся. Ну, двадцатка тоже со временем, когда те люди, которые будут, типа, у них тоже, если так будет, твинков много. Не, ну идея на... Ёжик, Саня, ну чё ты там, давай. Сейчас. Баф-баф. Пиф-паф-баф-баф. Чтоб не мешался. Так. Ёж, ты налево. Я налево. Ага. Сейчас я ману восстановляю. Да. Плюс слева, минус справа. Собственно, где-то это спамило. Я готова хилить. Я готов тоже что-нибудь сделать с этим миром. Поехали, хлопцы. Давайте не обосрёмся, пацаны. Вот так мне кричит ДБМ обычно. Это будет великая победа. У вас так ДБМ не орёт? Он, знаете, когда я еще в луже стоял, он кричит: «Беги, сука, беги!» Точно просто не заслакаешь. Неплохо. Он обычно бежит, ой, кричит типа... Как там? Как у вас кричит? А. Забыла, там несколько озвучек, и это просто прикольно вообще. Я джип в Москве. Я сейчас сделаю здесь. Да, нет, так, то есть завтра у нас какой-то РТ, да? Вот. Сколько у вас по тысячам? Там, наверное, чуть-чуть пикер. Ой-ой-ой, по сталагу стоп! По сталагу стоп! Полностью. 100 тысяч у нас у сталага. А в них 200. Подожди. 200, да. Чё, бить нет? По сталагу стоп полностью. У нас 108. 98. Пить. Всё, поехали. А почему, кстати, ДБМ не показывает? Обычно показывает, сколько пациентов больше. Базу, какие у меня пёрышко. О, слава тебе, господи. Слева плюс, справа минус.
Когда ты говоришь, у меня в голове что-то путается, и мне кажется, наоборот. Так, слева плюс, справа минус. На следующей полярности Геру. Давайте я сразу военный пойдем. Геру. Вы что, вам в одной комнате, нет? А ты откуда знаешь? Да. Мы когда с братом задротили, знаешь, рядом с тобой. Блин, кинь поэсочку. Сейчас я бурст словлю, там, типа того. Я только сейчас понял то, что я весь бой не смотрел, какой у меня дебаф. А я думаю, что нас пробивает? Не, у меня плюс нас пробивает по другой причине. Я не скажу по какой. Молния. Все очень сложно и... как тебе сказать, там вот такая ситуация, понимаешь ли. Вот. Палочки добавить. О, штаны. Может, штаны взять на Ретрика? Да, надо на Ретрика брать штаны. Не-не-не, именно Т... сколько там? Т5, Т10, Т20. Кто хочет получить? Тот, кто уже снизил. Окей. Мне УТ жалко. Получи. Бегу-бегу, я уже абрю. Где эти? Блин. Кто-то бьется. И сюда. Знаешь, что у меня есть балл? Поехали, поехали, все, не стоим. Я-то не стою. Я могу говорить. Думаю, танк будет против. Так, лужу разолью. Я не хилю. Тут хилить нечего. Я бью. Да. Я так много надамажила, что даже не успела кнопку прожать. Своей лужи. А я так долго думаю, что только сейчас придумал ответ на твой бабл. Типа, диспел в печен, бабл не вечен. О боже. Диспел в печен. Стопудово погуглил. Да. У меня гифка где-то была там с ДК и престол. Знаю эту гифку. Мне ее братишка каждый день. Хотел сказать каждую ночь. Это звучало бы странно. Сейчас, подожди. Я тоже. Мне надо пополнить ману и налить пиво. Это одно и то же. Одно и то же, да. Так. Варлок. Хантер. Гнидыча, миньон клинков. Хантер. Пьет. Все, пул, поехали. Все. Блин, Гнидыч, а чё ты не просишь зачарить тебя? А это чё такое? Я предполагаю, тут хилить нечего. В целом, да. Хиль сам. Ну я сейчас тут всех... Я поменял спек.
А, сейчас я всех захиливаю. Вообще. Просто тонны хила идет. Надо было шамана сюда прийти. Пипец, мне так понравилось на шамане одну кнопку шмакать. Это вообще просто бомба. Сказал Холли Паладин. Тут хотя бы шифтап, шифт, что-то такое прожимаю. Чего? Я иногда босса бью. Ну, это мои кнопочки. Основные, скажем так. Мне понравилось на шамане то, что цепная сама выбирает, кого хилить. Вот это реально имба. Типа, ты можешь даже не думать, просто одного танка хилишь, и вся мили-зона всегда захиленная. Блин, я думала, она рандомно кидается. Ты там выбираешь самого. Она выбирает первую цель на... Только там прям алгоритм, типа, первая цель наименьший хп, допустим, да, вторая цель там 30% хп от... Ну, типа, как-то там, короче, там схема такая интересная. Ради интереса просто выбери. Почему шаманом не пошла? У Холи Приста смарт-хилок, если что, больше намного. У него есть. А, круг света, все дела. Да-да-да, знаю. Кольцо света как. Но у шамана мана не тратится, так как у Холи Приста. Холи Прист сейчас живет за счет этот духа, а дух регенит ману только когда он не кастует. Ну, типа, не как МП5 работает. Нет, дух равно 2 МП5. Ну, вообще-то это одно и то же, просто дело в том, что у некоторых классов талант... Ой, наоборот. Дух, АП, СПД, какие-то характеристики. Да-да-да. Слушайте, а чего, мне интересно, чего здесь, ну, на ЛК цохи не заходят, присты? На БК это вообще бомба. Цохи, присты? Да, вообще там рейд захиливается, там... Сначала он стоит, всю ману сжигает за пару сек, выхиливая рейд, просто с нуля там с колен поднимает. Чё потом это, стоит секунд 20, ничего не делает, у него фул маны регенится. Цох это молитва исцеления, только такая, которая, знаешь, без коста. Кнопочку выпуляешь и сразу весь рейд такой чу-чу-чу захиливается. Там, так это называется круг света, как-то так. Ну, типа того. Я, кстати, буду таким. Не круг. Я буду таким потом, ближе к ЦЛК. Знаешь? Пустые обещания. Не, ну круг исцеления, а какой он отвидел особенность, если не круг? Сама не знаю. Сох, теркал. Круг исцеления называется, во. Вот оно, ну. А я чё? Нет, кольцо, есть просто кольцо света, это такая вспышка. А это не круг исцеления. Ты ещё уешь. Нет мозга, ты чё вздыхаешь? А ну на. Вот, и плюс молитва исцеления. Ну молитва там только на пати действует, ну она просто бачки. Ну так ты рассказал про Холи Приста, это же Холи Прист. Это так, Холи здесь, наверное, да? Ну, первая ветка, Прист, точнее, вторая, первая ветка. Не, я просто знаю, что по классике, вот, например, да, Холи это Холи, ну то есть там как бы не идет уклон на эту всю тему. Ой, вы там живите, а то я за хилом другим побежала. Он что-то через невидимую решетку не может пройти. Очень интересно. Я прибежала. Ты же там качал талант. Да, да. В принципе. Не знаю, я... Это хил на просадках рейда. Синдрагоси, Халион во тьме. Тухлопуз. Так он бесполезен. Я знаю, знаю. Не, он нормальный. Когда вот периодически дамаг есть, большие просадки. Не, ну а толку там, если есть ДЦ какой-нибудь, ну, и... в 25-х как бы не проседает вообще. Нет, просто цох очень хорошо тем, что если, например, нужно 3 хила, то с цохом можно в 2 хила это сделать. Так, ёж, на. Знаете, тут есть боссы, на которых 6 и 7 хилов нам. И 5 танков, и 4 танка. Где так? В РБК? Почему? Ой, я помню, когда на X2 ходили после Некстромаса в РБК. Там такой хп был, мы просто первого босса не могли убить.
Скафнитесь, у меня больше мало. Я помню, мы деву в 4 хила убивали. Что за дева? А, Каражан? Да, каражане, да. Ха-ха-ха, у меня ФК есть. ФК это чё? Чё скилл? Значит, так себе. Да если слышишь, что это из ФК, это значит, ну так. Первый на серве, вот. За Мактеридона и Грулянда Вальмаунта еще. Ну, мне кажется, и дадут, и здесь. Ну да, ну я просто не знаю, когда это будет, и что будет с гильдой. Может быть, я вообще уйду отсюда. Курсовую писать. Ты блин, все... тотем очищения поставьте. Что ж вы этот самый? Кто? Ну, ходит она туда-сюда что-то. Непонятно. А так танк ходит? Какая-то неопределенная дама. У меня на фоне классика играет. Вам нравится? Или вы не слышите? Хорошо. Мама засыпает. Кстати, да, то, что я там еще на стартатионе писала, что мне нужно быть, ну, буквально на 7 минуточек отойти, племяннику помочь. Я надеюсь, где-нибудь на трэше смогу отойти, чтобы на боссе не подвести вас. А то я, как интернет появился, сразу к вам. Так, давайте придумываем песенки. Значит, начало будет такое. Спи, моя радость, усни. В Наксе тренкуют ханты. У меня фантазии нема. Приз продеспелил сову. Я где-то поговорки писал. Вон там хохма. Скинь нам, скинь нам. Да, это надо заново писать. Там что-то про протовара было, я ж протовара не знаю. Протагариус. Так. Гринки ты захилишь, если... Все. Нам ГК. Я еще тут. Мы перевыполнили план. Ой, а Гринки сдох. Ой, а я в бабле теперь. Не поверите. Отлично, не вздыхай. Нет мозга. У меня, блин, в КД это, Боб. Я не могу вас спасти. Сейчас. Мне нужно будет диаграмму сделать. Меня такому в школе не учили. Я там раскрашивала что-то на информатике. Но никакие диаграммы я не делала. Сейчас буду учиться. Рост, старайтесь скипать паки, не надо лишнее цеплять. С прохода отходите, там большие идут жуки. Вы сагрили, да? Шаман. Ладно.
А вы, кстати, умирали, нет? На боссах. Да, гринки нет. На плюсе-минусе умирали, как нет. А кто? Все. На плюс-минус никто не умер. Так мы же вайпнулись. А, вы вайпнулись. А-а-а. Короче, Войда по текстуру кинула прям в жижу этого зеленую. Соответственно, все, я его не вижу. Босс его бьет, у него там 8000 хп было. Ну, ты знаешь. Это все волосатый мешок. Просто... Блин, меня бьют, не пойму. Ты, Гарриус, ты танк или не танк? Эти петухи, блядь, они это, в текстурах багаются, вот эти ебущие маленькие пауки. Они тут тоннами ходят. О, я вижу, вижу. Появляется. Ну, надо выйти на какое-то место, где они выйдут все. Гринки не резкие, так пока бой. Вот это вот. Они, знаешь... Так, резайте его. Кого там нафиг? Хочу скилл с актуала. Ой, молодой какие. Притяжка. Ну, союзников. Прикольно. Вообще тема. Видишь, что кто-то этот в луже стоит? В луже, да, притянул. Или наоборот, в лужу в рейд притянул. Че, ставьте шкаф базуку с умой. Опять базука слагаешь, а? Я здесь. Весь рейд тебя ждет. Ты бежал уже почти. Давайте, у нас 8 минут. Хоть один застав и успокоен налить смог. На рыбу ставили? Поставил, короче. Что тут вообще по ачивкам есть? Что можно сделать? Ты, Гарриус, дай, пожалуйста, каску. Да, кстати, друиды тоже каску. Ну, первая пати пускай ворота посмотрит, это слева, вот тут, где сова посмотрит кокона. А ёж нет мозга у ворот. Окей. Вы представляете, мы до сих пор не сделали вот эту ачивку. Это же одна из самых легких ачивок. Убейте, не допустив ни одной смерти. А кто такой Хейган? Танцы. Шманцы. Да, танцы. Танцы. Так, ну, Тотем, поставьте очищение Асмали просто. Кто-нибудь. Гринки, ты со мной хватит. Я думаю, время терять не будем. Мы так убьем после кокона. Ну, после паутины, короче, Геру давайте. Я бью тебя. Нет мозга. Не, ну 8 тысяч, конечно, это пиздец. Ты чё там делаешь вообще? Кого, у меня ДПС такой? У вас. Ощущение, как будто он всех боссов одновременно дамажит. Так ты посмотри, он 90 тысяч в паучарт выдал. Это нечестно. Опять в коконе, да что ж такое? Нет мозга, я бегу бить тебя. А, не успела. Пец, у меня холодовая аллергия, мне холодно, и я чешусь. Ужас. Весело, чё?
Завтра холода на улице. У меня первая девушка была. Конец истории. У нее аллергия была на солнце. Я в кухне. Да ладно. Не придумывай. Да у них, по-моему, у всех аллергия, блядь. То на солнце, то, блядь, голова болит, блядь. Ну чё вы? Шею возьму, все равно никому не надо. Надо, наверное, кому-то дальше. Не, никому ничего не надо. Кстати, а вот эта тренинка нужна кому-нибудь? Давайте я не откажусь, нажму. Так она же за ОД точно такая же. Нет. Та на хилку прокает, а это на этот, на ДД. Та у ШП прокает, но мне интересно, это будет спасите... чаще прокать. Так, ну, что? Чумной. Чумной, да, чумной на ноту. Кстати, на чумном мы вайпаемся меньше, чем на военном. Очень странно. Айда побольше, я не могу этих ДПСить. Не воспринимаю. Я могу, смотри, лужу кидаешь, джагу кидаешь, экзорцизм кастуешь, шок небес, снова лужу обновляешь. Так. Вот тактика. Гнидыч, тебе нужна тренинка? У тебя какая-то беспонтовая там тебе, а там потом мне, наверное, не нужна такая. Я там с меткой сейчас. Кто принял Азраил? Настя, да? Я. Что там с ним случилось? Он тебе пишет что-то? Да, прогресс спрашивает какой. У нас прогресс. У нас... Регресс у нас, да. Блин, я с вами заболталась. Вы сможете без меня? Тагариус, ты... Фиряй. Мне нужно диаграмму сделать. Как это называется-то? Площади океанов. Кстати, про аллергию. Это как моя бывшая жена, блядь. У нее аллергия на кошек, блядь. Но когда она идет в магазин, блядь, она, сука, у каждой кошки, сука, остановится. Ее погладит, блядь, возьмет на руки и скажет, какая она пиздатая. Кстати, вспомнил тоже. У меня у другой девушки была аллергия на лук. Это вообще... Так, ну, у меня это... на сладкое и на цитрусовое. Пиздец, ты живешь. Так что мне повезло очень. Ну, сейчас уже на сладкое не проявляется. На цитрусовое. Мне нужна девушка с аллергией на лук. Я ненавижу лук. Так вот, там ситуация какая была. Я люблю лук. Прям обожаю. А я не знал, что у нее аллергия на лук. И мы ели, допустим, какие-нибудь бургеры, и она каждый раз таблетки запивала. А я такой спрашиваю как-то, я говорю, что за таблетки вообще? Она такая, это аллергия. Я говорю, а ты что, а что у тебя за аллергия? На лук. А там лука просто море. И она вот ела со мной лук и жрала таблетки. Нет. Это жесть. Так. Смотрите, предусмотрите вывод названия диаграммы легенды, акулегенды с океанами. Это что? Слово? Сама не понимаю. Какие-то задания. Это информатика, не поверишь. Информатика? Вывод диаграммы с историей. Подожди, почему тут история? Я сама не понимаю. Сейчас. Ай-яй-яй, ноги замерзли. Все чешется. Че ты ржешь? Мне обидно.
Я не хочу на самом деле сжать, но лень микрофон выключить. Легенда — это обозначения на карте такие. Что за обозначения на карте? Ну, значки на карте. Настя, мы на босса подошли. Так она же здесь. А, она все поняла. Ну да, а потом выбежали кросс на 20 километров, а вечером он получал пиздюлей. Гринки, тут хилить нечего. Почему меня не любили? Да нет, там Тагариус пишет историю в чате. А нам, знаешь, в школе... Я смеялась, короче, на уроках, а меня поднимали и спрашивали, а чё я смеюсь? Ну, улыбаюсь, я улыбалась. Ну, такая радостная всё время на веселе. Они говорят, чё ты смеёшься? Не смейся! Я, знаешь, как-то обидно было. Чё-то мне нельзя смеяться, улыбаться. Чё хочу, то и делаю. Россия — страна для грустных вообще. Да. Я на днях хотел психануть и вместо хосты полностью вбить все в крит и потестить. Херня. Просто там, смотри, в чем суть. Чистая математика на самом деле. Сейчас у меня крита 20%, да? То есть это один из пяти ударов крит. Если я разгоню до 30%, до 33%, то это один из трех ударов. Это почти в два раза чаще крит. Но скорость. Но нет, скорость. Саня, это так не работает. Это не так работает. Тут, ну, это так работает. Но суть в чем? У меня теория была не от 20% крита, а от 15% крита. То есть, к примеру, если бы у нас не было бы элема, да, то вот это, в принципе, было бы профитно, так скажем. Нет, теория вероятности Вов немножко по-другому работает. Я помню, еще с классики это тянется, там нам чувак рассказывал, то есть там есть определенные капы, например, кап там... Да. Крита, кап крита, и это все вместе суммируется в 100%. То есть вероятность того, что будет хит, крит, промо или там что-то еще, ну, то есть они вот, ну, грубо говоря, 1 к 5. То есть шанс того, что просто кританет, будет просто 1, ну, 25%.
Но чтобы иметь эти 25%, у тебя должен быть кап крита. Нет тут никакой сложной математики, здесь простая математика. На самом деле, еще это знает только разработчик. Нет, в Вовке же ничего не скрыто. Ну так это надо узнать сначала, как они вот... А что тут узнать? Формулу резиста взяли и поменять. Раньше было как? Если у тебя есть определенное значение, и за какое-то значение оно переваливает, то получается вероятность резиста 100% 40, допустим, 40% срезается урон магии, и маленький процент появляется резист 50%. Вот. А если ты какую-то определенную следующую цифру резиста переваливаешь, то у тебя уже 100% всегда будет резист 50% срезаться урона, и маленькая вероятность появится, что 60% урона срезать. А если ты между двумя этими значениями, что у тебя 50 на 50 либо 40 либо 50% срежет. А сейчас работает так: сколько у тебя есть резиста, столько у тебя в процентах и будет срезать. Допустим, если между теми 50 и 40 находишься, у тебя будет там, сколько? 45 будет срезать. Сами. То есть это у разработчиков. А, народ, слушайте, у меня вопросик. Я, ну, по традиции уже на Хейгена, если можно на ДКшке зайти, вопрос. Никому не нужна колотушка, майсушка ручная? Не, у меня 13 эпоха на ретрике. Все норм. Вот он, наш любимчик. Зайду сейчас на тогда ДКшечка на этом боссе. Так, резисты, значит, да, резисты. Какие резисты? Тут мозги нужны. Раньше было вот как. Раньше был рандом. Может, допустим, у тебя 80% резиста. Допустим, 10 ударов было по тебе. Из этих 10 ударов есть шанс... допустим, 50%, что какие-то удары 80% резиста будет, какие-то удары 30%, какие-то удары 0%. Вот. А сейчас сделали вот как. Сейчас сам резист порезали, то есть теперь, допустим, не 80% режется, а 25% режется, но статично всегда. Я уж пати кинь базику. Базуки наши. Тебе надо нашему. Этот, я не знаю, передастся он автоматически или нет, тебе надо перекинуть тирела с мага. А чё? Он же на одном бус. Так всё же дали. А так а что, у нас же просто это... А, хотя групп лут весь стоит. Дайте таминку там, чё-нибудь ещё, не поехали. No problem. Ну, с резистами. Я готова. Только не стойте как хуету какую-то не делайте. Вот эту в углу не бейте, блядь, бейте нормально. А то я, блядь, сдохну опять. Так что, бегаем, да? Да. Бегаем. И не забудьте на второй фазе пробежки, перебежки бегать подальше от босса. По 10 тысяч капает, короче, ну, урона. Я поставил метки там достаточно далеко от босса. 20 метров. Ну, я готова. Все, поехали. Там баги, ремели. А Гринки чё сдох? Тотем поставьте, пожалуйста. Хотя он же пати не смеет. Гринки встанет? Нет. А Берни его? Или чё? Ты тактику знаешь, Гринки, или ты просто флаг? Войд, Берни чего? А, вижу. Ты встаешь, Гринки?
Он тактику не знает. Короче, смотри. Это первая фаза. И у нас ДБМ показывает, что телепортация 30 секунд. Когда останется 7 секунд, мы сбегаем с платформы на краешек. Сбегаем в звездочку. Тебе скажут, все, звездочка, становись, и ты бегаешь за нами. Старайся бегать прям вот в кучке, потому что... Вот сейчас можешь не хилить, просто смотри, как бегают. Лужа прошла, они убежали в то место, где была лужа. И вот точно так же будет на второй фазе. Вот все, смотри, пускай. Уходим на краешек. Звездочку сюда, иди к нам. Тут даже не хиль, просто бегать. Готовься, побежали. Там, где... Вот, нормально. Нормально. Упс. Ну ничего. У всех все сразу получается. Просто Ой, посмотри, как бегают. Блин, зеленая метка, конечно. Да нет, не метки. Я сам виноват. Дело в том, что вы думаете, что метки за вас все сделают. Вот, голову свою включайте когда-нибудь. Ты видел, нас... мы не по метке бегаем, гринки. Бегаем именно в те расщелины, которые только что лужа из них выливалась. А еще лужа дамажит примерно в 8 метрах. Поэтому ты думаешь, что ты добежал почти и сдох, где и все, но ты можешь ошибиться. Лужа дамажит на 8 метров. Если ты на долю секунды опоздал, ты сдох. Босса добиваем. Да. То есть ты понял, что дело не в метках, да? Метки — это просто ориентир. Я гринки сразу бы резну, а вы ханта резните, чтобы время не терять. Тут еще такая маленький нюанс на вот следующем трэше. Там будут глазики, и от них нужно стоять подальше. Их бьют РД, они как бы кто поближе подойдет, уешь больно. Дать лежать вдоль самой левой стеночки. Там реально половину даже глазок не надо убивать. А что ты дальше нигде больше не будешь заходить, БКшка? Ну, если можно, на разуве, только чтобы квест сделать. Да что тут смелее в кунду, тут трэш. Вас, Пита своего подведи. Да, да.
Сразу поговорим о следующем боссе. Я не знаю, кто-то другой объяснит или что. О, там гринки. Кажется, тактику не знает. А я бы ТЦ зашел на разуве. Да сойдешь. Гринки. Все очень просто. Видишь, у тебя есть справа возле карты VIP и премиум и так далее. Видишь, там квадратики такие. Ты где там, гринки? Прием. Вот, там будет появляться фиолетовый квадратик. 17 секунд он висит, 3 секунды не висит. Вот и все. Когда он 17 секунд висит, нельзя никого захилить. То есть ты хилишь, а отхил не будет проходить. Когда он пропадает, 3 секунды есть, чтобы кастануть цепуху. И что-то еще. Тут, в принципе, есть Йош, есть Роланда. Есть я ППшку успею кастануть. Так что тут больше разговора. Секунду. Что, второй танк нужен же? Нет. Ну, хорошо. Ёж готов? Угу, да. Кучнее, ребят. Опа. Ага. Короче, бей, короче, молнии, когда мы не можем Зачем вы разбиваете спору? Что случилось? Что-то последние пару недель сфера это вообще не моё на этом боссе. Вообще не попадает. Ну вот мне под конец дало. Я вот с начала боя никак.
сука. Почему не с СПД, да? Говорю. Как бы с СПД. Паучи вроде были, куда вы? Поехали. Поставь, пожалуйста, стол, а. Когда нет маны, иди и бей боссов, мобов. Сейчас синий джаву кину на кого-нибудь. Тоже... Тагариус не хочет джаву кинать? Нет. Я не думаю, что для меня это выход. Не знаю, для меня это еще какой выход. Ты же меня путаешь, да, с кем-то? С Гринки. Да. Да, ну. Гринк, кажется, всегда мана есть. Просто... Бесполезный ДД, который по мане вечно садится и бьет мобов рукой. Ну, я так на Аркане иногда делала. После бурста. Мне в какое-то время стали жмотить, короче, Иннер. Я стала его садить просто рукой. Не, ну а чё? А как? Чё мне? Маны нет? Не, ну в целом, да. Хилы вообще, в принципе, бесполезные. Если они по мане садятся. Аркану мана важнее в этом случае. Я вообще считаю, что... Ну, я предлагаю трэш снизу привести, короче, петом. Тоже красиво. Да? Да. Как много трэша. Ой, это еще больше трэша. Баба, баба. А я крылья прожал, забери с меня, пожалуйста. Немота. Не, ну я думала, что будет частично будем бить, а не секучи. Мы не ищем легких путей. Га, щит на моего шамана. Никто даже не умер. Тут же мы хилы. Там. Бедная лошадка. Сынок. Мне тоже лошадок этих жалко. Типа... Всадники умирают, а лошадки такие, типа, ну, бля, я продолжаю путь своего хозяина. Ну, неверные. Это как боевые кони, знаешь, они, когда их всадник умирает, они стоят, склонились над им трупом. Им не важно, что происходит вокруг. Ой. А что-то я вспомнила момент из книжки. Ремарка. Там, где лошадки на Второй мировой войне прям подыхали.
Ой, на первой. Ой, квест. А у меня нет квеста. Шарните квест, дружище. Ну что, я зайду на ДЦ? Заходите, конечно. Кав ставьте. Блин, а можно я на шамана? Давайте все зайдем уже. Куда-нибудь, блядь. Тогда я зайду на страйкера. В куклах как раз посидите там. Ну, Данил, в принципе, посчитует. Потому что... Легко. Кто там еще? А Настя с базукой в куклах. Настя с базукой в куклах? А кто хилить будет? Ты как хочешь? Ты в два окна хочешь? Что-то я не понимаю. Не-не, я на этом останусь. Ты чё? Ну, гринки есть и ДЦ. ДЦ? Ну, DC. Отвали, это же ДЦ. Не, я так останусь пока что. Ла-ла-ла-ла-ла. Пока что так останусь. Можно сбегать за Ретрика. Вот там. Так, по приколу. Так, у меня уже есть 3 шмотки. 0, 4. Так, кого суммануть там? Так. Но еще один прист, который бафает. А то что-то уже последние, не знаю, недели 3, кроме меня вообще никто из пристов не бафает. А вот я вечно бафаю, так что такое себе. Причем мне не там 3 кнопки нажать, а